Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим вкусные драники с грибным соусом. Сначала приготовим соус. Берем 200 граммов грибов и мелко нарезаем. Я взяла шампиньоны, но можно брать и другие грибы. Очень вкусный соус получается с грибами-вешенками. Дальше нужно нарезать лук небольшим кубиком. Теперь на разогретую сковородку отправляем кусочек сливочного масла весом примерно 10 граммов и добавляем лук. Слегка обжариваем на маленьком огне. Затем добавляем грибы и делаем чуть больше огонь, чтобы лишняя влага с грибов ушла. Я обжаривала грибы около 5 минут. Теперь можно добавлять сливки. Я взяла 200 граммов сливок жирностью 15%. Если у вас нет сливок, можете взять сметану. Добавляем соль, перец, 1-2 зубчика чеснока и другие специи по желанию. Готовим несколько минут на маленьком огне и снимаем с плиты. Соус желательно накрыть, чтобы он не обветрился, пока будем готовить драники. Для драников я взяла примерно 800 граммов картошки. Чистим ее, моем и натираем на мелкой терке. Очень часто, пока мы натрем всю картошку, она начинает темнеть. Поэтому лучше сразу натереть на самой мелкой терке лук и добавить его к картошке. Я взяла один средний лук. Так натертый картофель не будет темнеть. Вся картошка натертая. Добавляем одно яйцо и хорошо перемешиваем. Дальше добавляем соль и перец по вкусу. Снова все перемешиваем. Я добавила 1 чайную ложку соли. Затем добавляем 2 столовые ложки муки. Снова перемешиваем. Если у вас выделяется очень много картофельного сока, то лучше его слить. Вот такая густая масса получается. Будем обжаривать на растительном масле на хорошо разогретой сковородке на среднем огне. Я выкладывала картофельную массу по 1 столовой ложке с горкой. Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Готовые драники выкладываем на бумажное полотенце. Вот такие драники с грибным соусом у нас получились. Это очень вкусно! Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Этим вы поддержите мой канал. Приятного аппетита, хорошего настроения. Всем пока!